Париж, это не дым, это туман. Я поехала на Валберес, вообще ничего не видно. Думала работать. Какой там работать, да, Люся? Люся, что скажешь? Мы что, камикадзе? В такую погоду работать? Сейчас что-то стало из-за поворота выруливать. А там дубина поставила машину на обочину, хоть аварийку козел включил. Она раз и вынырнула из тумана. Хорошо, с левой стороны никого не было, сманеврировала. Нафиг. Сегодня работа отменяется. Чисто съездим на Валберес. Еще по делам. Домой поедем распаковывать посылочки. Да, Люсь? Вот видите, что творится вообще, как сказка. Молоко. Видимо, здесь вообще никакой жесть. Ладно, то я одной рукой снимаю. Сейчас снимаюсь. Фу, до встречи дома уже с посылками, я надеюсь. Лондон. Моя ж ты золотая. Фу, сидит, охраняет пакеты. Я зашла домой, сначала Люську занесла с одним пакетом тяжелым. Потом занесла вот это все. Пошла, загнала машину. А Люся сидит. Сидит, охраняет, ждет маму. Какая ж ты молодец у меня, девочка. Давай я тебя раздену. Давай покормлю. И займемся пакетиками, которые ты еще сохраняла. Моя чужайка. Очередные посылочки с Валберес. Посмотрим. Я не знаю, у нас 15 позиций. Все рассмотрим, нет? Включила свет. На террасе решила Люську выгулять. Давай. Погода хорошая. Ой, все мокрое. Туман. Видно, да? Видно? Влажность какая стоит. Это все влага. Влага. Елка вся мокрая. Ай, вышла раздетая босиком. Как бы заснять, чтобы было видно. Все в мокроте. Все мокрое. Мокрое. Сорока трещит. Люську снимаю, называется. Там где-то сорока трещит. Туманище не дал работать. Только-только приехали. По делам были, подарили подарок, который заказывали. Да? Люся, тебе не холодно? Ты тоже раздетая. Давай домой. Давай, дорогашка. Домой. Все, пойдем кушать тебе там. Уже что, не хочешь? Нет, все хочет гулять. Бесстрашно, ты кайфуется, же пойдем крутым. Вот так просто пойти будет. Это все будет бесстрашное. Он хотя дети. Все, Люсь, я замерзла. Закрываем дверку. Ключик. Решетку. Все, пойдем. Пойдем кушать положу. Пока я тут не буду закрывать. Куда взгромоздилась? А кушать? Мячик кто принесла. Пошли кушать. Все, покушаем. Давай. Ой, посылки ждут. Распаковка. Так. Эту доешь? Вот эту открою. Ну что, давай. Высыплю тебе еду. Ты поешь. Высыпала. Налила водички. Не знаю, будет, не будет. Такой вкуснятинку. Пахнет вкусно. Ну, попьет бульончиком. Иди покушай. Наложила. Что, не голодная? Думает, что я буду ужинать. Я не буду ужинать, я сытая. Будет ждать, пока я лягу, буду ужинать. Люсь, я не буду кушать. Иди кушай. А у меня здесь огурец стоит, ждет очереди. Надо будет пересаживать. Я хочу вам показать, как выглядит моя тепличка. Вот она. Стоит, упакованная вся, и веточку с голубикой, корень, я поставила туда. Сейчас еще один поставлю, потому что, ну, сначала замочу, потому что пришел еще один сорт. Сейчас будем смотреть. Так, ребят, ну что, давайте будем смотреть. Друзья, ты на позиции? Молодец. Значит, что у нас здесь? У нас здесь столик. Такой столик.
кофейный. Но он мне нужен не как кофейный столик, а вообще как маленький. Ой, ну девчонка, настоящая девчонка. Так все интересно, особенно какие-то покупочки. Да? Так, о чем это я? Это бумага? Это не бумага, это какая-то прорезиненная штучка. Она идет в подарок, написано сверху. Он разборный, съемный. Вверх, как я поняла, я могла неправильно понять. Эко-контур какой-то. Команда Эко-контур выражает вам признательность за выбор нашего изделия. С любыми вопросами, пожеланиями, ля-ля, тополя. Вот такой столик. Видите, он складывается вот так. Сверху идет разносик. Вот такой можно принести, унести. И вообще сложить, убрать. Вот сюда. Вот сюда, вот к этому креслу. Вот к этому креслу я хотела столик. Люся уже притащила. Ну, ложи сюда, ложи, да. Это столик. Он мне нужен. Я буду раскладывать там пасьянс. Вот такой небольшой столик. Вот клееночка, если кушать, ты можешь вот сюда положить. Вот, да, молодец. Притащила свои вещи. Твои вещи тоже хорошие. И я боялась, что он будет высокий. Нет, он не будет высокий. Прекрасно. Вот инструкция мне уже не нужна. Вот, все, вот такое я хотела. Та-дам! Смотрите, какая прелесть. Вообще, как мне нравится. Я довольна покупкой. Вот сюда я и хотела. Такой небольшой, компактный, удобный столик. Вот. Без нее лучше смотрится, правда же? И вообще он убирается. Но это если кушать надо. Так, дальше что у нас? Дальше у нас Люся веселится. Ой, чистая торпеда. Люся! Какая-то торпеда. Так, следующий лот у нас. Если честно, я даже не помню. Не помню. Заказывая же в одно время, приходит в другое время. А, это мыльница, ребят. Так, замиранием сердца. Вот такая мыльница. Угу. Хоть бы такая была, как на картинке. Да, она такая, как на картинке. Так, инструкция есть. Вот эта тормашка. Инструкция есть. Или нету? А, что тут инструкция-то? Боже мой. Что тут вот приклеил? И все. Так, в чем фишка? А вот. А фишка вот в чем. Та-да! Вы вешаете это на стену. Мыло ложите и закрыли. Аккуратно, компактно. Или вот так оставили, чтобы оно сохло. Думала, будет маленькая, а тут хороший большой размер. Но здесь, конечно, попотеть придется. Я не поняла, как это делать. Будем, как говорится, посмотреть. Люсь, может, ты мне поможешь? Ты знаешь, как это разбирать? Как это вешать? Ну-ка, посмотри. Посмотри, посмотри. Вот эту красоту вот сюда повешу. Будет, ой, вот так, оказывается, надо. Было будет вот здесь, вместо вот этого безобразия. Будет, смотрите, как аккуратненько, хорошо. Хочешь, не закрывай, так сохнет будет. Хочешь вот так, там разные такие мыльницы. Так надо разобраться, как ее повешать. На липу, что ли, я не пойму. Ой, как же это разобраться? Разберемся. Да, Люська? Разберемся мы с тобой, конечно. Конечно, разберемся. Еще мы да не разберемся. Конечно. Да. Высыпалась монета. Да. Это кунжут. Я его обожаю, но у нас маленькие пакетики. Понятно. Боже мой. Пакетик подберу. Ладно, пусть остается пакетик. Так, вот они, наконец-то, мои ложечки пришли. Но это не все ложки. Будут еще ложки. Ложки-поварюшки, замиранием сердца. Столовые ложки. Да, короткая ручка. Я думала, будет подлиннее. Кинулась, а у меня ложек-то нету. Вот, думаю, елки-палки. А как туда попасть? Где-то должен быть вход. Вход и выход. Я не вижу. А вот. А вот оно, вот оно, вот оно. Вот оно, вот оно. Золото, бриллианты, как я люблю. Вот такие ложечки столовые. У меня их нет. Хотела такие небольшие, аккуратненькие. Ой, мне нравится, а вам? Так комфортно держать. А тут такие доисторические поварюшки. У меня сейчас покажу. Одна осталась. Красота сюда. Окинулась у меня, кажется. Во! Это еще, знаете, время царя гороха. Во! Это еще мама ела из этих ложек. Я их не буду выбрасывать. Я их отнесу в баню. Да. Ну, после такого вот такое, конечно.
здесь так аккуратненько, комфортненько. Ну, это для рабочих рук. Раньше все рабочие были. Это ложка мешать? А может, не мешать. Люс, тебе нравится? Шикарно, да? Вам нравится? Девушка. Мне очень нравится. На родину. Тут, кстати, еще вилки такого же уровня. Это серебряная. Боже. Вилки еще тоже надо поменять. Но не сейчас. Так. Не, ну красота. Здесь будут еще ложечки другие стоять вместо этих. Эти тоже уже старенькие, в баню уедут. Какие вилочки тоже. Ой, красота. Красота. Да? Красота. Красота. Так, следующий пошел. Это у нас еда. Та-та-та-та-та-та. Пошла, не лопнула? Нет. Ну, нормально. А это знаете что? Сейчас скажу я вам, смотрите. Для маринада, для салатов. Уксус? Или что это? Из рыбы. А, соус. Соус рыбный. Фу, не уксус, а соус рыбный. Салатики и все вот такое. Сейчас открою, понюхаю. Как интересно, запечатали. Прям надежно, что прям так страшно. Ну-ка. Соленый-соленый. Знаете, чем напоминает? Ну, вкус креветок. Он так и есть. Вот когда покупаем вот сушеную вяленую рыбку к пиву. Вот такой вкус. Заправочка идет. Очень хотелось мне. А чей он у нас? Таиланд. Вкусняшечка. Так, Люся уже на страже. Люся уже стартует у нас. Нюхала. Люся, вкусно? Очень вкусно. Да, я проверила. Я проверила. Так, этот полегче. А, этот в пластике. Тот в стекле был. А этот в пластике. А это у нас тоже соус. Но это острый, по-моему. Люся, осторожно. Сейчас отрежу что-нибудь тебе. Ага. Вот что значит пластика. Так, это соус кимчи. Кимчи. Да-да. Откроем. Ой, не смогла. Ох. Вкусненько. Остренько. Как я люблю. Люся, будешь нюхать? Люсь. Ну-ка. Ну, вкуснятина, да, Люся? То-то. Она с упаковкой не очень. С доставочкой тоже. А вот вкусненько. Угу. Так, Люська, вот следующая. Смотрим, что здесь. Боюсь же порезать. Не помню же, что здесь. И тоже ювелирничать неохота. Это же долго. Так, о, здесь тоже еда. Это тоже еда. Опа. Так, у нас это... Ага, прочитала. Прочитала, Лена. Ну, короче, тоже... А, это корейский. Это Корея у нас. Тоже какой-то соус. Ну-ка. Ой, какой он тугой. Не смогла выдавить. Не поняла. Ага, представляете, я давлю. Ой, какие молодцы, запечатали. Ну, вот это я понимаю. Ребята, какой он вкусный. Сладковатый. Кисло-сладкий, но острый. Тоже как я люблю. Тоже для приправочка. Для всего я беру. Потом еду добавлять. Потом, я беру первый раз. Все это слюнями капаю. Так, следующая у нас. Тоже бутылочка. Тоже еда, скорее всего. Этот раз я так соусов хорошо заказывала. И то не все смогла заказать. Такие хотела. Деньги кончились. Она маленькая. Я хотела большую, но решила попробовать. Это соус кунжутный. Была акция 2 бутылочки. И больше бутылочка. Но я взяла миллилитров. 330 миллилитров. Потому что вкус мне незнакомый. Я не знаю, пойдет он или нет. Еще как пойдет. Вкусно. Люська, по усам текло, в рот не попало. На, хоть чуть-чуть. Ой, как вкусно, да, Люся? Ребята, это все очень вкусно. Это все незнакомое. И все это очень вкусно. Это у нас получается сочетается с морепродуктами, овощами, свининой и курицей. Ну, последнее порадовало. Угу. Потому что я от моря далековато. Мне не видно из окна моря. Поэтому удочку, не удочку, не сачок я не закину.
Следующая коробка. Что-то такое большое. Ну-ка, двойная упаковка. А что здесь? Ребят, это голубика. Саженец голубики. Почки не очень. Смотрю, что-то не то. А, их тут два? Вот это подарок. Смотрите, сюрприз. Два. Я что, опять что-то проглядела? Что-то опять не точно не увидела, слепошарая. Инструкция по выращиванию голубики. Выбор участка, подготовка почвы, посадка, опыление, мульчирование, внесение удобрения, полив, обрезка, защита от холода, голубика в контейнерах. Простой сезонный уход. А сорт какой? А вот голубика река. Ой, река. Еще и два корешка. Вот это, да. Ой, это хорошо. Далее. Все, сейчас поедет она. Не буду раскрывать, а то это сыпется. Ну что, река, давай в контейнер с раствором. До этого видео есть, как я добывала этот раствор, как я его делала и замачивала тот куст, который пришел. А теперь ты поедешь туда. Люська, осторожно. А здесь желтенькие листики, видно? Там прям зеленые почки такие хорошие были. А это прям дрящевая какая-то. Там хоть репердольки, но они покрепче и позеленее. А здесь побольше, но говорит, как с теми раками. Вчера раки были побольше, но по 5. Сегодня поменьше, но по 3. Вот такие у меня. Ладно. Чтобы подальше от моего цветовода главного. Хорошо. Так, ребят, следующее. Не устали еще? Мне кажется, вот эти вот подарки, коробки. Ну, как подарки? Сам себе подарки делаешь. Их вечно готов распечатывать и смотреть, да, Люська? Ой, тут, походу, еще голубика. Что-то Люся так активизировалась. Люсь, скажи мне, что здесь... Да, инструкция лежит. Та-дащ, та-дащ, та-дащ. Еще корневин дали, да? Корневин в подарок дали, ребят. Смотрите, какие молодцы. Так. Ой, как запихнули. Это тоже голубика. Голубика у меня сорт блюкроп. Блюкроп у меня уже был. Я что, два раза заказала блюкроп? Не, ну, представляете, сейчас пошла в тепличку свою, посмотрела. Там уже есть у меня блюкроп. Тут большие ветки. И теперь еще вот этот блюкроп. Ну, ладно, посмотрим. Голубики много не бывает, правильно же? Еще неизвестно, кто из них очухается и кто пойдет в рост. Ну, ладненько. Вот. Вот этот блюкропчик, который у меня позавчера пришел. Здесь уже такие ветки деревянные, веточки. Я его показывала. И почки здесь не видно, но там уже зеленые почки. Ну ладно, фирмы-то разные, пускай будет. Кстати, вот так выглядит мой парничок. Да, своей температуры и влажности. А эти я еще не сажала, микрозелень. Следующая, выходи. Что это, опять что ли у меня голубика? Не поняла, Люся, ну-ка, спас. Что это у нас такое? Носик, носик. Такое. Вот, блин, блинский. Я что-то даже вообще не могу понять, что это такое. Ты кто? А, опять еда. Еда. Еда, это хорошо. Еды много не бывает, да, Люся? Еда всегда кончается. А, это соус. Там же был острый соус корейский. Вот, да, Мадин Корея. А этот... О! Мама дорогая, это вот это острый. Так, здесь мы не сосем ничего, мы уже ученые, потому что тут хрен чего вытащишь. Сначала надо открыть. Чуть я уже голос потеряла. Нифига себе. Если тут был не острый, был такой острый... Ой, небо, звездочку. О, хорошо, пойду водички хлебну. Следующий пакет... Туда попасть. Ты кто? Еда! Ура! Не поняла, а что это, рамен? Или что это? Том-ям паста. Паста том-ям. Мэйдин кто?
это Таиланд у нас. Ай, ням-ням, но я это открывать не буду. Боже, том-ям, как я тебя обожаю. Готовая паста для супа. Том-ям, там была тоже акция, две баночки давали. Но я не знаю же вкуса, решила попробовать. Потом еще закажу. Ребята, это так вкуснотища, и я ее везде фугачу. Но в суп это вообще святое. Ура! Следующее, это у нас коробки. Не коробки, а контейнера. Контейнера. Емкость, ну как они там называются? Ой, мама, вылазь. Ой, как хорошо-то. Короче, это отдельная история. Столько пакетов, каждая емкость была упакована в пакет. И все равно ведь. Смотрите, видно, не видно? Разлито, во. Как показать-то, я не знаю. Вон, видно синенькое? Как это моющее средство. Как можно было 33 пакета, каждая в пакетике, друг в дружке еле вытащила, еще в пакетике, и все равно внутри моющее средство. Значит, что тут оно уже стояло. Ах, вы волочи. Хреновый поставщик. Ну, такие емкости. Так, что еще есть? А все, больше ничего нет. Так, столик на месте. Коробки, поехали в ванну. Я хочу туда, у меня здесь там сантехника, а это узкая. И отсюда все вываливается у меня. Ой, пусть пока так стоит. Не, ну что? Красота же, правильно? Правильно. Безобразие еще надо навести. Порядок. О, а, делай ему чай сейчас. Красота. Ну все, все позиции. 15-я уехала уже на подарок. А, 14-я и 15-я уехали на подарок сразу. Так что это все на мусор. Ну все, отдыхать, плюсь. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Да? Привет? Пока. Всем привет, всем пока. Че, девушка, навалили? Навалили. Быстро писикаки. Быстро писикаки. Куда? Писикаки. Меняем подгузник. Бегом. Молодец. У нас вот такие подгузники для миников. Вот такие. Вот такие подгузники. И то мы хоть не вываливаемся из них, да? Раньше вообще вываливались. Бежит Люся, а рядом подгузник. Следом, вернее. Наконец-то хоть зуба выросла. Ну все, меня подгузник, а ты передавай всем привет. Давай, подписывайтесь. Ставьте лайки, комментарии. Пишите нам. Мы все вдвоем живем. Мы будем рады вашим комментариям. Все, всем пока. Люся. Всем привет. Всем пока. Сранка. Кто навалил? Люся навалила. Мой ёдь.